Рядом со мной Александр Иванов, наш уже постоянный участник. Александр, добрый вечер. Добрый вечер. Я рад, что сегодня второй раз участвую в ТВ-шансе. Рад этой атмосфере. Уже много появляется друзей, много уже своих зрителей, телезрителей даже уже. Хочется пожелать всем выступить сегодня, удачно выступить и порадовать. Вот перед вами был сват, скажем так, сват, который я на его мероприятиях тоже участвовал. И очень хочу пожелать всем удачи, удачи и удачи. То есть вы были на мероприятии. Расскажите, что вам понравилось у Святослава? Понравилась вот эта атмосфера доброжелательности. Это шанс для молодых людей выступить, показать себя. Это также именно атмосфера очень для новых, для новичков, для людей выступить именно очень позитив. Позитив во все. И самое главное, ведущие, они олицетворяют прям доброту, желание с ними выступать. Александр, а на ТВ-шансе что вам нравится? Вот вы уже не первый раз приходите, друзей вы здесь находите. Нравится это наши звукорежиссеры, наши видеорежиссеры, съемка, очень качественная съемка. И именно эта атмосфера, она способствует, скажем так, в себе вырабатывать смелость, что ли, выступить хорошо и как бы пожелать всем также хорошо выступить. То есть пожелания какие? Всем сегодня хорошо выступить. Хорошо выступить, да. И в дальнейшем, чтобы участвовали в этом мероприятии, в ТВ-шансе в дальнейшем. Все, и вам удачно выступить. Все, спасибо. Пока.